9 августа вся Россия широко и массово традиционно отмечает День физкультурника. Этот праздник силы, духа, физического совершенства, который объединяет спортсменов, тренеров, учителей физкультуры, любителей спорта, ветеранов. И мы сегодня гордимся, что все это население, все эти люди сегодня присутствуют вот на таком большом празднике. Надо сказать, что сегодня губернатором Самарской области Николаем Ивановичем Меркушкиным делает все возможное, чтобы именно развитие массовых видов спорта в нашей области, в наших муниципальных районах были более на высоком уровне. Значит, сегодня надо сказать, что достаточно много уделяется внимания в нашем муниципальном районе именно развитию физической культуры и спорта. Строятся площадки, ремонтируются спортивные залы, будет строиться стадион. Мы надеемся, что вот эти все традиции, которые заложены нашими ветеранами, будут продолжены нашим подрастающим поколением. И сегодня мы с гордостью говорим, значит, им огромное-огромное спасибо. Мы радуемся успеху наших юных спортсменов. Мы радуемся успехам и достижениями наших ветеранов. Надо сказать, что сегодня действительно каждый руководитель старается поддержать своих ребят, своих спортсменов, и главы сельских поселений, и руководители хозяйств, и, конечно же, наши, так скажем, спонсоры, предприниматели. Уважаемые друзья, мне хотелось бы сегодня вам еще раз сказать и напомнить, что 14 сентября выборы губернатора нашей области. Это действительно важное политическое событие. И вот здесь мы должны все-таки понимать то, что сегодня именно тот человек, который придет управлять областью, будет зависеть, значит, многое. Мы должны сегодня объединиться, прийти обязательно на выборы и отдать, значит, глаза за действующего губернатора. Потому что за 2 года, которые сегодня проработал Николай Иванович, сделалось очень-очень много. Вот даже сегодня те площадки, которые будут построены, они уже 4 строятся, значит, да и в плане еще, значит, 2. И тот стадион, который запланирован, и тот ледовый каток, который уже в программе губернатора, значит, есть, значит, на 15-16 год, это, конечно, значит, благодаря Николаю Ивановичу. Я надеюсь, что все мы это понимаем. Я надеюсь, что вы должны, значит, прийти и отдать, значит, голоса за действующего губернатора. Сегодня я еще раз всех поздравляю с праздником, с замечательным праздником Дня физкультурника. Желаю всем здоровья, благополучия, бодрости духа и, конечно же, больших-больших побед. И всего самого доброго. С праздником! Большое спасибо за теплые слова. И, конечно же, по традиции, глава администрации не пришел с пустыми руками. И мы начинаем приятную церемонию награждения. Мы хотим отметить лучших спортсменов, общественников нашего района. Итак, грамота главы муниципального района Кошкинский за хорошие успехи в работе, большой вклад в развитие физической культуры спорта, создание условий для подготовки спортсменов награждается Павлов Геннадий Михайлович. Поддерживайте своих спортсменов! Еще аплодисменты! Председателю собрания представителей муниципального района Кошкинский Проскурину Анатолию Александровичу. Встречайте. Добрый день. Уважаемые работники комитета спорта, директора, главы, учителя, инструктора, ветераны спорта и вы наши спортсмены.
От имени районного собрания представителей себя лично я бы хотел вас поздравить с этим праздником. Сказать всем огромное спасибо за то, что вы все делаете для того, что в нашем районе спорт все развивался и улучшался. С каждым годом мы наращиваем больше оборотов, с каждым годом у нас улучшаются результаты. Я бы хотел сказать за это вам огромное спасибо и пожелать в дальнейшем побед не только в нашем районе, но и в области, но и во всей России. Вы будущее нашего района, региона и всей России. Великих вам побед! Будет небеса жарко, слога о героях песни. Спорте надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, ветер преграды в теле. Верьте, что рекорд будет, знайте, мы близки к цели. Сейчас приглашаются инструкторы сельских поселений для получения сертификатов. В день Дня физкультурника приглашается инструктор сельского поселения Кошки. Сертификат на сумму 25 тысяч. Приглашается инструктор сельского поселения Новая Кармала. Сертификат на 25 тысяч. Инструктор СПК Черемшан. 25 тысяч. В районе много достижений, и много хочется успеть. Видали множество свершений, но я хочу о спорте спеть. Все друзья, мы все команда, мы вместе многое смогли. И лишь для нас зажгутся в кошках все олимпийские огни. Удачи, лучшие спортсмены! Пробьет победы сладкий час. И звезды яркие на небе зажгутся.